Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня приливы крови к головному мозгу. Очень часто обсуждаемая проблема, которую отчасти решить не могут только почему. Только потому, что западная медицина рассматривает наши болезни глазами физики. А физика, она всегда имеет ограничения. Вот давайте мы сейчас сопоставим западную и восточную медицину. Вы посмотрите, какая большая разница. Нет сходства, и вы все-таки поймете, что глотанием одними таблетками вы не улучшите кровоснабжение головного мозга. Либо не сделаете его намного, скажем так, гармоничнее, комфортнее. Вот так вот. Давайте с вами разберемся. Итак, смотрим. Западная медицина говорит, головная боль – это первые признаки, шум в голове – это первые признаки, и ухудшение памяти, снижение работоспособности и так далее, и тому подобное. Это все снижение, скажем так, кровообращения, либо огромные приливы крови к головному мозгу. То есть мы сразу видим, что восточная медицина не рассматривает только приливы. Здесь может быть и недостаток крови в головном мозге. Это тоже может вызывать и ухудшение памяти, и головную боль, и внезапные шумы, и шум постоянный в голове. Почему? Потому что восточная медицина не делит избыточную энергию или недостаточную. Она говорит о том, что энергия должна быть в норме. Причем здесь энергия? А вот западная медицина здесь нам говорит, что головной мозг требует для себя очень огромный баланс энергетический, чтобы был для нормальной работы. А вот теперь задайте сразу же вопрос, а нормальный ли у вас баланс при постановке вашего врача, допустим, который говорит, что это у вас избыточный прилив крови к головному мозгу, он вызывает ухудшение памяти, а вы задайте вопрос, а много ли у вас энергии, а вообще у вас в достатке в тех меридианах, которые контролируют головной мозг? Ответ. Ответ вы должны дать. В каком состоянии меридиан печени, в каком состоянии меридиан желчного пузыря, желудка, мочевого пузыря, тройного обогревателя, тонкого кишечника, сердца. По внутренним каналам здесь уже участвует и перикард. Почему? Потому что перикард меридиан, он вообще-то владеет всеми сосудами в нашем с вами организме. Вот в каком состоянии две сонные артерии, вот. В каком состоянии две позвоночные артерии, которые питают наш с вами головной мозг. Сонную артерию контролирует практически меридиан желудка. В каком состоянии этот меридиан? Вот кто-то скажет, ну как это желудок может контролировать сонную артерию? Вы посмотрите, как простирается данный меридиан, где он проходит и точку Е9. В этой точке Е9 есть контроль входа энергии в сонную артерию. Вот представьте, меридиан желудка не работает. Это может сказаться, что пагубно на сонной артерии. Вы будете лечить приливы крови к головному мозгу, а в каком состоянии меридиан желудка, вы не знаете. Мы только один назвали меридиан, а еще ж у нас меридиан печени, меридиан желудка. В каком они состоянии? А если еще будем брать внутренние каналы, пунктирные линии, просмотрим, что данный меридиан соединяется с меридианом сердца, сердце соединяется с меридианом поджелудочного, поджелудочное соединяется с меридианом печени. И так, что в картина сразу ясна, в каком состоянии? Многие скажут, мы не знаем, что вы лечите. Что? Ну, глотайте таблетки. Мы еще самое основное не сказали. Когда мы сказали, что головной мозг требует к себе огромного баланса, либо, скажем так, объема энергетического запаса в человеке, то прежде всего мы знаем, что кровь, она должна быть обогащена чем? Правильно, кислородом. Тут сразу задается вопрос, а как ты дышишь, человек? А ты вообще снабжаешь свою кровь кислородом? А ты ее обогащаешь? Многие скажут, мы не знаем, вообще нам врач об этом не говорит. Понятно, потому очень много факторов. Приливы крови к голове, либо к головному мозгу, либо избыточный, либо недостаточный прилив крови. Потому здесь сначала нужно выяснить на физическом уровне, никто не против сделать МРТ, УЗИ сосудов, особенно сонной артерии, посмотреть, может они забиты, тут надо чистить сосуды, вот, тут надо обогащать кровь человеку, учиться дыханию. Вот смотрите, надо почистить сосуды, научиться правильному дыханию. Сделать диагностику 12 меридианов, привести эти, либо стараться эти меридианы, либо общий энергетический баланс привести в норму. А уж потом уже лечить, что приливы крови к голове, либо к головному мозгу. И точка МС1, Тянчи вам в помощь. Мы скажем так, данная точка используется при всех избыточных проявлениях энергии, когда энергия кипит, когда ее много, когда ее в избытке эта энергия начинает выливаться. Почему? Потому что когда энергия воспаляется, она поднимается вверх. Начинает кипеть что? Голова. Ну, конечно же, поражается что? Головной мозг. Надо что? Эту энергетику опустить вниз. С помощью данной точки расслабления МС1 Тянчи мы можем это сделать. Вот и все. Элементарно. А если
Элементарно просто, извините. А если к этой точке добавить еще точку Е36, GI4, точку F2, VB41, VB39, пожалуйста, у вас комплекс точек, который что? Поможет сразу вам убрать вот этот вот прилив крови к головному мозгу. Но, еще раз говорю, самый основной критерий, мы сказали, это при избыточном проявлении энергии. И при недостаточном энергии тоже самое можете взять эти точки, но методом тонизации. Так вот, чтобы открыть секрет этот, вы должны сделать диагностику 12 меридианов и посмотреть, в каком состоянии ваши меридианы и как они воспаленностями своими, скажем так, негативно влияют на ваш головной мозг, либо слабостью. Спасибо за внимание.